С вами «Модный коктейль» и я его ведущая Лана Верина. Сегодня мы находимся в Ялте, вилла Елена. Сегодня вилла Елена – открытие выставки современной живописи от галереи «Артефакт», где свои лучшие работы представили заслуженные художники Украины и АРК Сергей и Людмила Милокунова. Критики говорят, что это абсолютно новое направление, скажем так, лирический модерн. Вот. А стиль – это то, что мы отработали за многие годы. Это наш почерк, мы узнаваемые. Я это называю авторская или миксовая техника. Вот. С использованием там золота, с использованием специальных интересных таких моментов. Но это просто красиво. Чем вы черпаете вдохновение? В Ялте. В природе, которая нас окружает, в человеческих отношениях, да просто это от настроения зависит. Поэтому люблю жизнь, люблю город, люблю Крым. И, наверное, в этом есть начало всего того, что потом материализуется вот на холстах, на картонах, в интерьерах, в торговых марках и так далее. Расскажите, где в интернете можно увидеть ваши работы? У нас есть сайт milokumov.info, вот, и там подробно можно ознакомиться со всеми видами деятельности, которые мы предлагаем. Это не только живопись, это и торговые марки, это гербы, один из которых, кстати, украшает флаг и город Ялту. Это торговые марки, ну скажем, Массандры, Орианды. Вот. Это книги, детские поэзии, много чего. Заходите, смотрите. Передаю самое-самое горячее пожелание. Хорошего лета, хорошего вечера. Будьте счастливы. И просто любите эту жизнь. И у вас все получится. Мы черпаем вдохновение, конечно, в любви, в общении, в созерцании прекрасного. Внутренней какой-то гармонии, в умиротворении и вообще в прекрасном мире, который нас окружает. Я желаю огромной любви, творческого потенциала и реализацию своих желаний и большого успеха в жизни. Творите! И мы сегодня присутствуем при таком знаковом мероприятий для меня, потому что Сергей Милокумов вместе, мой коллега, вместе мы работаем на кафедре дизайна и будем говорить, воспитываем генофонд нации в плане художественного творчества. Сегодня мы Сергея Милокумова видели как художника. Я его знаю как дизайнера, а вот как раз творчество художника и название его проекта пятизвездочному отелю «Пятизвездочный художник» – это знаково. Мне очень приятно констатировать этот факт, что сейчас бренд Милокумова мы сможем представить буквально 1 сентября тем абитуриентов, которых я сейчас набираю в Крымский гуманитарный университет. Мне всегда приятно желать выдающимся художникам творческого поиска. И самое интересное, вот Сергей и Людмила – это те художники, которые им не надо желать. Они все время на этой волне. И за ними нужно успевать.
ранее. Мы видели многие его вещи, и нам очень-очень понравилось. Мы эти картины заняли достойное место, честно говоря, просто прекрасно. Они вписались, как будто бы стены под них просто подгонялись. Красиво, приятно и очень красиво. Вы хотели себе приобрести одну из картин, представленных сегодня? Я об этом задумываюсь уже со дня первого нашего с ним знакомства. Так что конец нашего ремонта, наверное, будет подарок для себя, такой мы сделаем. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь зрителям нашей телепрограммы «Модный коктейль». Ой, я желаю зрителям хотя бы раз в неделю устраивать себе такие походы и вот такое прекрасное наблюдать и делать себе такие подарки. Это очень приятно и очень хорошая атмосфера и душевное состояние. Просто обогащаешься. Оценивать творчество вообще трудно, и это не моя задача оценивать. Либо я любуюсь, либо я восхищаюсь, и какая-то энергия входит от картин. Вот это вот и есть, настоящая правда, то, что исходит от творчества художника. В данном случае Сергея и Людмилы Милакумовой. На мой взгляд, для меня работа белая. Я, к сожалению, имела возможность фотографировать работы, но я не помню этого названия. Она для меня очень сильная, хотя все работы являются сильными. Чего бы вы пожелали творческому союзу Милакумова в дальнейшем? Самое банальное – это здоровье. Здоровье, здоровый дух, гармонию в семье, потому что очень трудно сохранить эту гармонию, легко ее разрушить. Но этот союз как раз-таки доказывает, а может быть не доказывает, и скорее всего, а просто живет. Живет, радуется, радует. Это главный девиз их творчества. Радовать, отдавать свет, светить людям, быть живыми, быть интересными, быть перспективными. Вообще это творчество, конечно, очень отличается от художников, допустим, Южного берега. Это творчество уже мировое. Моя оценка. Хорошо, спасибо вам большое. Всего вам доброго, хорошего времяпровождения сегодня.